Казалось бы, увлечение космической тематикой с историями «Звездных войн» и столкновением миров свойственно людям юного возраста. Но модные дизайнеры никогда не ограничивают себя в выборе тем и готовы воплощать даже самые смелые идеи. Сегодняшние три стильных концепции посвящены теме космоса. В первом же решении, при соблюдении всех формальных признаков космической темы, создан эффектный вечерний образ. Жакет из жаккарда за счет металлизированного блеска и плотной фактуры выглядит очень структурным. Смягчает эффект оттенок балетной туфельки, а также сочетание с юбкой из тончайшего шелкового шифона. Кольца Сатурна, представленные в принте юбки, дублируют брошь из кристаллов Сваровски на жакете. Столь же космическими эти компаньоны будут и в других холодных оттенках. Решение второе в темно-синем и стальном оттенках. Разбавляют строгую гамму и делают образ вечерним звезды в различных проявлениях, вышитые, собранные из пайеток или в виде фактурного рисунка на полотне. Ультрамодные брюки с завышенной талией из темно-синего жаккарда дополняет мерцающая трикотажная блуза, фактура которой подчеркивается мягким воротом и многослойными воланами на рукавах. Такой яркий символ дизайнеры рекомендуют подавать в сдержанной гамме блестящих материалов. В третьем решении космическая тема реализована в платье асимметричного кроя. Переливающая смесь из шелка и лайкры выгодно подчеркнута драпировками на ткани. Цвет сезона золотой портвейн на основном полотне и голубой на поясе с тесьмой и вышивкой создают удивительный контраст, что смотрится очень экстравагантно и по-вечернему. Для подобной идеи можно использовать и другие контрастные сочетания. С наступлением осени светская жизнь набирает свои обороты. Ну а благодаря космической теме, предложенной в этом сезоне дизайнерами, легко стать центром вселенной.